Привет всем! Сегодня у нас 18 июня. Это наша грядка теплая. И сверху все укрыто укрывным материалом. Очень удобно. Ничего не горит под ним. И одновременно у нас при похолоданиях здесь сохраняется тепло. И когда жарко, здесь тоже как бы создается хороший, комфортный такой микроклимат. В этом году посадили всего 4 арбуза. Вот так вот они хорошо растут в таком вот парнике. И 4 дыни. Тоже, в принципе, они довольно быстро начали вот так вот активно развиваться. Хотя рассада была в теплице. В таких стаканчиках 200-миллилитровых она росла. В общем, она не очень хорошо развивалась, и поздно мы ее сеяли. Но вот за счет того, что в парнике хорошо растениям, и они вот очень быстро растут. И уже завязываются такие вот первые дыньки и арбузы. Дыни уже 2 раза прищипывали. Сперва центральную плеть, которая росла, а затем уже вот эти все боковые плети тоже их прищипнули. Потому как у дыни формируется урожай только на боковых плетях. А арбузы так и не прищипывали, потому что у них наоборот урожай весь образуется именно на центральной плети. Когда жарко, поливаем через день. Но в прохладную погоду совсем не поливаем, потому как здесь все-таки, когда не жарко, влага она очень хорошо сохраняется. В следующей лунке у нас растут баклажаны. Их уже 3 раза обрабатывали от колорадского жука фитовермом, потому что он даже пробирается вот под этот укрывной материал и ест листву. Но сейчас уже практически все баклажаны отросли. Зазеленели, нужно убирать все вот эти нижние боковые пасынки. В общем, очищать стволы, так скажем. Пока ничего с ними особо не делали, потому что, в общем, заняты другими делами. И как-то на баклажаны совсем забросили их, в общем. Здесь у нас 2 белоплодных баклажана, там несколько баклажанов Багира и баклажан Андрюша. Здесь вот они вот растут. А вот здесь вот рядом сидит один перчик кокоду. Он у нас болел, потому что какое-то заболевание было. В общем, один-одинешенек вот здесь будет расти. Рядом здесь, конечно же, стоит бочка, в которой всегда нагревается теплая вода. Ну, конечно, если солнечная погода. Поэтому близко с грядкой хорошо, удобно поливать. Здесь с краю растет вот такая вот кукуруза. Она вся попкорновая. Вся она для попкорна. Уже такая достаточно большая. Хотя сеяли ее уже, соответственно, наверное, где-то 10 мая. Ну, вот так вот она быстро растет. В следующей лунке растут огурцы. Это у нас несколько зазуль и огурец Кузя. Все они мелкоплодные. Ну, пригодные для засолки. А зазуля — салатный огурец. И уже они вот начинают зацветать. Потом нужно будет их привязывать к дугам. В общем, направлять. Пока вот растут так. Здесь у нас взошли огурцы для позднего урожая, которые мы будем высаживать в теплицу. Ну вот из 12 огурцов взошло 10. Здесь у нас в основном огурец кураж. И вот здесь вот тоже еще посажены огурцы. В общем, чтобы одни огурцы сменяли другие. То есть здесь вот урожай уже, в принципе, через неделю можно будет собирать, а эти будут именно плодоносить немножечко попозже. Вот такая вот теплая грядка, накрытая
укрывным материалом, под которым все очень хорошо растет. И не сгорает, и не засыхает. Поэтому очень удобен он в использовании. Не обязательно, конечно, делать теплую грядку. Можно выращивать и на земле, в парнике. Кто-то собирает траву прошлогоднюю, делает лунки в ней. И этим самым заменяет навоз. Поэтому можно выращивать под укрывным. И обязательно вам этот способ понравится. И начинает уже поспевать земляника. Вот такие вот симпатичные, вкусные ягодки. Ну а всем тем, кому данное видео было полезным, понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.